Всем привет! С вами канал Артмания. И посмотрите, что мы купили. Масло сливочное. Ура! Наконец-то пришло, появилась акция. Купила я здесь 25 пачек сливочного масла. У нас была в Перекрестке скидка по 99 рублей. Ну, короче, по 100 рублей они. Без скидки они стоят где-то 130 рублей. И получилось у нас, вот, пожалуйста, 750 рублей скидка. Вы представляете? 750 рублей скидка получилось. Ну, то, что вот оно по акции. Если бы я без акции брала, то я заплатила бы на больше на 750 рублей. И также, подождите. И также вот 25 пачек у меня получилось. Вышли в 2497 рублей. Вот, набрали их, принесли домой. Здесь у меня получилось... килограмм, не знаю, 3, что ли, с чем-то. Ну, посчитайте, 180 умножить на 25, вы знаете, сколько там килограмм. Ну, тяжело было. Вот. И также мы там... Подошла к нам женщина, ответьте, пожалуйста, на вопросы, социальные вопросы якобы от Перекрестка, там, не знаю, короче, что такое там. Мы ответили на вопросы, и нам подарили вот такую вот большую печеньку. Так приятно, когда она большая печенька, хотя там всего 200 грамм, и может быть, конечно, их не так много, но упаковка большая. Вот. Был там еще, по-моему, майонез можно было взять и что-то еще. Вот. Мелочь, но приятно. На халяву тем более. Вот. И наше масло. Это мы закупили с Димочкой на целый год. На днях выяснилось, что оказывается... Дима, привет! 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 На днях выяснилось, оказывается, что Дима тоже очень сильно любит масло. Я масло мажу прям на... Можно было хлеб взять, забыли. Ну ладно. Я масло мажу очень большими слоями, обожаю просто его. Вот. И Димочка. Кстати, тут какие-то вот такие штуки налепили на него. На всех пачках, видимо, чтобы не потерялось. Партия пятая. Вот. Все, короче, сейчас я буду все это складывать, убирать. Ура! Я, честно говоря, уже очень давно ждала акции. Думаю, ну когда? Ну все, уже думаю, ну ладно. Пойду без акции покупать. Думаю, 130, конечно, дорого. Думаю, ну что ж, ладно. А вчера зашла, а там акция в Перекрестке 99 90 копеек, то есть 100 рублей. А в Пятерочке 105, то есть на 5 рублей дороже. Ну, конечно, я в Перекресток пойду. Наверное, там еще и бонусы начислили сколько-нибудь. У меня был 61 рубль, а теперь там, наверное, побольше. Надеюсь, стало. Вот, короче, ура! Масло закупили! Ура! Так, наши с вами печеньки я уже разрезала и вытаскиваю. О, какие! Круглые! Тут даже овальный. На. Мы уже вареники с Димой поели. Ой! Ой! Они прям крошатся, разваливаются. Срок годности я посмотрела, кстати, в норме. Здесь у нас сколько? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 штук всего. Ну, кстати, тут вот еще одна. Ну, побольше могли положить, B10. Кусочком в глазури. Вкусно? Мне кажется, они очень вкусные. А почему контейнер их лежат? Ну, потому что они, видишь, какие ломаются, крошатся. И вот контейнеры вот лежат. Да, чаем запивай. А как мне упаковку вот так вот сделали? Сосывали? Ну, там на заводе сразу они сделали. На заводе? Упаковку. Да, там же завод производит. Она же не сама на дереве вырастает. Нет. Такая прям разваливается. Интересно, они их покупали? О! Ну, кстати, как они на пол примерно. Дима! Ну, только Дима может половину печенья уронить на пол. Да? Ну, вот на столе, потому что надо ее разламывать. На столе. А ты под столом все время все это делаешь. Бать, у тебя под столом все и остается. Так, а здесь у меня, смотрите, компот с мандаринами и боярышником. Вяленым таким. Ну, не до конца засушенным. Это я еще в прошлом году пыталась засушить, но свекровь отказалась следить за сушилкой.
Они оставались здесь, а мы куда-то уезжали. Мне пришлось срочно заморозить. Вот, и мандарины там. Остатки всяких мандаринов оставались перед уездом. Я просто в морозилку положила, и все. Сейчас они там мешают, я масло сложила свое. Все, чуть-чуть. Ой! Вот опять же они будут ругаться. Вот. Вот так выглядит. Посмотрим. Вкусно, я думаю, будет потом. Печеньки мы попробовали. Очень-очень прям безумно они вкусные. Очень такие они прям хрустящие, мягенькие такие. Хочется даже сказать сочные. Не особо сухие. Прям вообще просто отличные печеньки, да. Хорошие. Мне очень-очень понравилось. И тут очень много шоколада. Видно, что его много. Конечно, может быть, они закупали здесь в специальном месте. Или им там дают просто. Выдают эти печеньки. Не знаю, в магазине может быть вообще что-то другое. Вот так видно. И, кстати, они больше похожи. Ты две штуки уже съел. Они, кстати, очень похожи на какие-то вот такие подарочные печеньки, которые запаковывают в бантики. Очень было бы красиво, кстати. Я все время думала, где такие печенья берут. Они, кажется, вот они. Все, ты доел? Тебе понравилось? Расскажи. Поваюсь. Запивай давай свой чай. Вот, так что можно кушать. Ну, сделаю я обзор когда-нибудь. На них, да? Сделаем обзор? Да. Да? Лайки, лайки, ставьте лайки. Лайки, 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 да? Да. И хагами лайки.